24-й эйринг. Я только что разговаривала с председателем Стенингом. Вот, он сказал, что вам позвонит и, так скажем, сообщит, что разблокирует, что ко мне могут приезжать и выезжать машины технического назначения, доставка продуктов, товаров, также скорая помощь, пожарная и другие, также такси. Пока не звонил? Дело в том, что вот только что, ну, буквально, не знаю, может быть, там 40 минут, час назад я с ним поговорила.